Друзья, привет! Мы с ребенком. Давай тогда на руки ко мне. Вот так вот мы. Сегодня такой, значит, разговор. Немножечко неприятный для меня. Значит, еду на машине, короче, с больнички. Со мной там все нормально. Ну, в общем, звонит хозяйка помещения. Вот, хозяева помещения звонят и говорят, что мы его продали. Ну, типа, за 6 лямов продали. Типа, ну, давай, съезжай. Вот, сколько тебе надо времени? Ну, максимум, говорит, 2 месяца. Вот, такие меня огорошили. Ну, наверное, как сказать-то, это логическое, наверное, завершение. Это уже давно же тянется, вы за этой историей следите, да? И, возможно, даже, может быть, это к лучшему. Я пока просто... Вставай. Пока просто не могу точно сказать, как, чего. Ну, в общем, будем думать до субботы. Специально вам ролик снимаю. Может, у вас какие-то мысли будут такие. Пока предварительные мысли уменьшить рыборазводню. Ну, вследствие того, что... Ну, она реально как бы денег сжирает, да. Нежели чем приносит. То есть ее уменьшить... Возможно, до комнаты, вот как у нас, ну, где в зале там стоят системы с протокой, вот. Где не рестовые, где, не рестовые, аквариум, где не рещу. Вот до размеров такой комнаты. И плюс под производство аквариумов комнатку маленькую. Ну, как-то так, такое вот помещение найти, чтобы дешево и сердито, и чтобы, если что, можно было резко съехать. Пока это в аренде, вот, ну, выстраивать вот такие сложные системы. Ну и да, конечно, обидно, потому что там и аквариумы опять мы заселили, и растений засадили, и, значит, и Ванька тут старался, и такой вот обломидзе, значит. Я не знаю, как она продала, кому она там продала, продала ли вообще, может, просто это шантаж такой в мою сторону. Я не могу это узнать никаким образом, вот, у меня вот такая есть информация, что надо съезжать, ну и... Ну, делюсь с вами, потому что вы мои друзья, соответственно, хочу какой-то, возможно, поддержки моральной. Ну, собственно говоря, денег никаких не надо, естественно, скидывать, уже наскидывались, мы уже не съехали, вы это помните. Значит, в принципе, сейчас вопрос тогда будет стоять, наверное, но если мы все-таки решимся как бы на... уменьшение какое-то, да, то, в любом случае будет вопрос стоять в поиске помещения, да. Канал мы ни в коем случае не закрываем, производство ни в коем случае не закрываем, рыбное производство тоже не закрываем, но надо как-то вот оптимизироваться, друзья, и, наверное, это правильно, да, вот, что вот, ну, жизнь сама заставляет к этому подталкивать. Вообще аренда, конечно, это бич страшный, бич производства любого. Друзья, все, пока. Надеюсь на вашу поддержку. В субботу будет ролик. Мы до субботы, в субботу встречаемся, ну, всей командой нашей. Чуть-чуть посидеть, значит, отметить день рождения мой. И, ну, обсудим этот вопрос уже в субботе он будет. И я, конечно же, вам сделаю ролик, что мы надумали и как мы будем действовать. Пока. Тоже пока говорим. Пока. Скажи, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Дочечка моя.